Ну что ж, ребят, всем привет! Сегодня будет очень-очень короткое видео о том, как запустить старый гвинт версии OBT. Вот, не вот этот Homecoming, который вы видите на экране, а именно старенький. У нас на канале в Твиче, ну и во всех остальных соцсетях, ведутся иногда ностальгические стримы по старому гвинту. Так что, если вы тоже устали от артефактов и не хотите переходить в артефакт, то, ну, добро пожаловать, до 4 декабря в старый гвинт поиграть действительно можно. Я это делаю на консоли с PlayStation 4, потому что там моя основная коллекция и так далее. Но если у вас нет Xbox One или PlayStation 4, есть возможность поиграть в него, собственно говоря, с компьютера. Правда, для этого придется создать отдельную учетную запись. Давайте быстро разберемся, как это сделать. Все очень просто. Вы нажимаете кнопку Windows на своей клавиатуре. Если у вас Windows 10, все вообще просто. И переходите вот сюда, в Microsoft Store. Microsoft Store — это практически такой полуконсольный магазин, принадлежащий самому Windows. И здесь, если сделать вот так очень быстро и просто, вы найдете, собственно говоря, гвинт. В чем фишка? Гвинт в Microsoft Store обновится тогда же, когда обновится гвинт на Xbox One. И, собственно говоря, это будет 4 числа. По сути, версия гвинта, которая продается, бесплатно продается, я напомню. Видите? Free. А в Microsoft Store это ровно тот же самый гвинт, который вы, ну или какие-то другие люди, можете играть на Xbox One. Поэтому он старенький. Вот такой, как мы все любим. Соответственно, все, что нужно сделать, это найти его через поиск в магазине. Зарегистрироваться, если у вас еще нет учетной записи, нажать кнопочку Get, то есть получить, если у вас все на русском языке, и наслаждаться. Давайте посмотрим, как это может у нас здесь сработать. Вот мы перешли на страницу с игрой, тут у нас магазин гвинта, и мы можем вот в этой вот части управлять его загрузкой. Собственно говоря, как видите, загрузка старого гвинта у меня уже стартовала. И через небольшое количество времени все 3 с лишним гигабайта гвинта в OBT скачаются, и я смогу на PC создать себе новый гвинт-аккаунт, распылить пару неинтересных мне фракций, собрать свою любимую колоду с OBT и с большим удовольствием поиграть со всеми остальными такими же ребятами, включая наших друзей-консольщиков, с которыми, как вы помните, гвинт в ранкет-матчах дружит. И, возможно, сможете сыграть даже со мной, если вам этого захочется. Вот. Я скачивать это сейчас до самого конца не буду, потому что, повторюсь, играю в старый гвинт с консоли своего основного аккаунта. Но вам советую так вот сделать, предаться ностальгии, если у вас есть такое желание. Вот. На этом, я думаю, видео можно заканчивать. Я обещал, что оно будет очень коротким, потому что все очень просто и никаких сложностей не вызывает. Играйте в гвинт, будьте добрее друг к другу. И пусть все у вас будет хорошо. Пока-пока. Заглядывайте на огонек.